Полезный город. Некоторые кировские компании уже третью неделю работают в режиме ограничений. Кто-то не работает совсем. У многих нет выручки, зато есть большое количество вопросов. Пытается их разрешить Союз Вятская торгово-промышленная палата. Сегодня у нас в эфире ее президент Андрей Усенко. И хочется спросить вас, как работает в этих условиях ВТПП, чем может помочь? В этих, прямо скажем, непростых для всего бизнеса условиях мы продолжаем свою работу в ограниченно штатном формате и в основном дистанционно. Продолжаем оказывать и необходимые бизнесу услуги. Так, например, мы продолжаем выдавать сертификаты, необходимые для поставки продукции на экспорт. Ну и, конечно, ведем очень серьезную и объемную работу по информированию предпринимательского сообщества о происходящих изменениях, по ответам на те обращения, которые в наш адрес поступают. Это очень большое количество звонков, запросов по электронной почте. Мы открыли горячую линию, на которую может обратиться любой предприниматель, задать свой вопрос и получить на него ответ или разъяснение. Заходите на наш сайт, там указаны контакты горячей линии, и мы готовы будем все их отработать. У вас на сайте также вот есть документы, издаваемые властями в связи с угрозой коронавируса, то есть можно обратиться к первоисточникам. Правда, ну, не всегда из документов даже бывает ясно, что делать и как. С чем чаще всего к вам бизнес обращается, с какими вопросами? Ну, если говорить о конкретных обращениях, то это очень большой объем обращений, касающихся свидетельствования форс-мажорных обстоятельств. К сожалению, по многим из них мы пока таких свидетельств выдавать не можем, но ожидаем со дня на день поступления разъяснений из правительства Российской Федерации в части аренды взаимоотношений, и тогда, скорее всего, мы приступим к их выдаче. Большой объем запросов идет по свидетельствованию того, что предприятия по тем или иным документам правительства имеют возможность продолжать свою деятельность, хоть и в ограниченном формате, и мы находим такие основания в нормативных документах, стараемся оказывать предприятиям содействие в том, чтобы они свою производственную деятельность сохраняли. И, конечно, очень большое количество просто консультаций, потому что недостаток информации со стороны наших органов власти, со стороны федеральных структур, поэтому разбираемся с документами, даем комментарии и рекомендуем, как в тех или иных обстоятельствах действовать, невзирая на то, является предприятие членом торгово-промышленной палаты или нет. Мы отвечаем на все наши, на все обращения предпринимателей. Напомню, адрес сайта vtpp.vcci.ru, а у нас в эфире был президент палаты Андрей Усенко. Полезный город.